Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк говорить наступне: російські плани нам до кінця не відомі, тільки відомі ті дані, що вони створюють угруповання понад 100 тисяч. Не обов'язково, що це буде наступ, можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язано створення цього угруповання і з чим пов'язані останні заяви Шойгу, який говорив там про створення двох армій, нових дивізій, батальйонів і так далі? До чого готується? Це приблизно, да, цифри корелюються. Тобто від 100 до 300 тисяч, ну, скоріше всього, мінімально це около 100 тисяч. Ну, это те цифры, которые годовые, которые россияне не так выполняют. То есть у них каждый день становится в строй, ну, по крайней мере, определенное время назад становилось в строй около 1000 террористов новых. Сейчас чуть меньше, то есть в районе где-то 700-800, может быть, заход есть. Сейчас они попытаются опять вернуть к этой 1000, может быть, чуть больше. А это примерно вот 300 тысяч, примерно так и есть. До конца года это примерно 300 тысяч россиян. То есть это та естественная убыль, которая идет же и по линии фронта. Мы около 1000 россиян в сутки минусуем разными механизмами, 200-ми, тяжелыми 300-ми. То есть они уже не возвращаются на линию фронта. Держится определенный баланс. Но если этот баланс посмотреть и положить на цифры, то он примерно таким и будет. Вот 300 тысяч в этом году планирование. Ну вот оно есть. Это естественная убыль на линии фронта, восстановление. А те, это по Шойгу. А те 100 тысяч, о которых говорит генерал Павлюк, скорее всего, это связанные с нашими уже действиями противодействия россиян. У них больше 500, больше полутысячи километров фронта нового появляется. Действия наших войск вдоль линии границы в Брянской, Белгородской и Курской российскими областями вынудят россиян разворачивать до сотни тысяч действительно войск вдоль этих границ. Им надо удерживать наши действия. То есть это уже линия фронта. Для нас очень выгодно развернуть линию фронта. Во-первых, растянуть ее. Россиянам придется либо вновь сформированные части, либо части, которые уже есть на линии фронта, выводить из боя. А это чревато потерей боеспособности. Любая часть, которая выводится из боя, как минимум половину боеспособности теряет. Переброска ее на новый участок фронта с половиной боеспособностью – это уже, так сказать, признак отчаяния. Вот россияне будут пытаться как-то это все нивелировать. Потому, скорее всего, эти 100 тысяч будут разворачиваться вдоль линии нового фронта, линии границы того фронта, который и должен быть ближайшие лет 10, наверное, пока россияне будут разваливаться, Российская империя, он будет проходить как раз по границам уже наших областей. Три области российские я назвал: наша Черниговская, Сумская и Харьковская. Это как раз граница между Украиной и Россией. Дальше, после освобождения Донбасса, эта линия фронта развернется с направления восток-запад на направление север-юг. То есть еще захватит и Воронежскую, и Ростовскую российские области. То есть это такой естественный процесс. Потому здесь тоже ничего опасного как такового нет. У россиян есть планы. Да, планы, они прописаны. Мы уже говорили неоднократно, они прописали эти планы своих военных действий, российскую конституцию, практически вскрыв правовое поле российской конституции. Они его сломали, оно уже, его не существует. После того, как они писали в российскую конституцию пять наших областей, Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, они, во-первых, сломали правовое поле, то есть практически поставили крест на Российской Конституции, но прописали, так сказать, план ближайших планируемых действий. Выход на границы Луганской, затем Донецкой, затем Запорожской, затем Херсонской области. Это неизбыточные, конечно, планы, но, тем не менее, они уже, получается, заложники этих действий Путина, который ввел наши области в Российскую Конституцию. Романе Григоровичу, цього тижня Роспропаганда показала, що, знову ж таки, там інспекцію Шойгу проводив, що в Росії почалося масове виробництво тритонних авіаційних бомб.
бомб, ось ці ФАБи 3000. Як ви оцінюєте ті картинки, які були продемонстровані російськими ЗМІ, наскільки може бути серйозно розгорнуто це виробництво, чим це нам загрожує і чи загрожує вже найближчим часом? Ну, як мінімум, вони щось роблять, да? Тобто, ісходя із того, що показують, опять, кому показують? В основному своєму електорату, тобто, це такий лохотрон внутрішній. Можно производить что угодно, а как они его будут использовать? Они пятисотки использовать не могут. Для того, чтобы пятисотый ФАП, это полутонную авиабомбу, для того, чтобы сбросить на линию фронта, допустим, или куда-то вглубь, в тыл, им приходится ее садить на определенные системы управляющие, крылышки так называемые, для понимания процесса скажу, для того, чтобы ФАП планировал. Они же выйти не могут самолетами, бомбардировщиками непосредственно в режиме свободно падающих авиабомб, сбросить их на линию боевого соприкосновения. Мы их сбиваем. Потому они километров за 50, за 70 сбрасывают 500-килограммовую планирующую авиабомбу, и она дальше еще планирует до 70 километров. А вот трехтонную бомбу вы так не повесите. Это представляете, какие должны быть крылья или какой мощности, так сказать, система, которая будет удерживать 3 тонны в воздухе. Это практически самолет. Это уже, да, должен размах крыльев быть несколько метров, причем где-то около 5-6 метров, а это уже не выдержит авиабомба. И она ж не пропланирует с таким качеством. Ну, качество – это соотношение дальности планирования к высоте сброса. То есть вот у самолета качество примерно 10, у любого, примерно среднего самолета качество 10. С километра высоты он может пропланировать 10 километров. У ФАБов качество, ну, где-то 3, 5, 7, в зависимости от скорости и высоты. То есть у корректируемых авиабомб, то есть от 3 до 5 километров с километра. У 3-тонной авиабомбы качество не будет практически, она будет под себя падать, то есть она, ее можно использовать только в качестве, ну, на данный момент, по крайней мере, пока не видно этих обвесов, в качестве свободно падающей авиабомбы. А где они ее будут использовать? Они же никуда не выйдут. Ни один самолет на территории Украины российский не залетает, даже не подлетает к линии границы или к линии боевого соприкосновения. Мы их сбиваем. А эти самолеты, которые с тяжелыми авиабомбами, им надо заходить на высотах больше 5 километров. Это же ПЗРК достанет до 5. Значит, выше 5. А выше 5 они светятся, как елки новогодние. То есть их видно прекрасно. Самолет – очень хорошая цель. Потому эти 3-тонные авиабомбы они, может, и сделают, только они будут у них лежать таким мертвым грузом на складах, пока туда не доберутся либо наши беспилотники, либо наши длинные руки наших спецслужб для того, чтобы подорвать эти склады. Вот максимум, куда они смогут их использовать. Романе Григоровичу, в оперативному командуванні «Південь» сказали про те, що відсутність літаків А-50 Росія зараз компенсує розвідувальними безпілотниками. І от днями активність безпілотної ворожої розвідки в зоні відповідальності оперативного командування «Південь» сягнула 147 одиниць за добу. Чи повністю можуть дрони компенсувати, ну, те, що для російських бомбардувальників було очима, да, ось ці А-50? Ну, повністю точно не зможуть. Почому? Тому що що таке А-50? Це доволі-таки серйозний локатор, який може підійматися на велику висоту і на дальності, бачити на дальності где-то в 600-650 кілометрів, допустим, транспортник. Ну, пусть там 300 кілометрів істребитель, пусть 200 кілометрів крилату ракету. А вот таких возможностей у беспилотников просто нет. У них локатора-то нет такого уровня. То есть они, да, они что-то видят, они как-то сканируют на несколько там десятков километров воздушное пространство. Опять же, в основном визуальное, то есть это определенные визуальные средства обнаружения. Там нет локаторов как таковых, которые мог использовать А-50. Потому и рядом не стояли эти беспилотники. Единственное, что россияне сейчас пытаются не беспилотниками перекрыть, а тактической авиацией. То есть они подтягивают тактическую авиацию,
пытаются локаторами самолетов, которые есть штатные локаторы, просканировать наше воздушное пространство. То есть сейчас вместо А-50 висят в воздухе истребители или там бомбардировщики с большими дальностями локаторов, те, которые есть Су-30, Су-34, Су-35, как раз с этой задачей. Просто висеть и смотреть. Чуть больше дальность. По некоторым локаторам дальность до 200 километров. Ну, понятно, опять же, не 650, как у А-50.